Привет, ребята! Привет! Мы уже соскучились! А мы тут с Жужей говорим про зиму и про то, что ему холода уже надоели. Да, и шапка уже на голову давит. А что теперь? Эти холода никогда не закончатся, что ли? Ребят, Жужа, оказывается, не знал, что есть времена года, и зима всего лишь одно из них. А что, их много? Нет, всего 4. Зима – самое холодное время года. Зимой идет снег, реки покрываются льдом, день становится коротким и рано темнеет. Все носят шапки, шубы, шарфы и рукавички. А некоторые животные, хомяк и медведь, например, впадают в спячку. Ха-ха, и что, спят всю зиму? Ага. Хорошо, что я не хомяк, а то не покатался бы ни на санках, ни на лыжах, и снеговика никогда бы не слепил. Ага. А следующее время года – весна. Весной весь снег тает, реки освобождаются ото льда, в лесах начинают петь птицы. И все расцветает. Появляются листочки и цветы. Весной начинают садить деревья и грядочки. Это когда везде трактора начинают ездить и бурчать, да? Да, Жужа, но следующее время года я люблю еще больше. Это лето. Лето – это когда мы купаемся и в футбол гоняем, да? Именно. Лето – самое теплое время года. Все купаются и загорают. Звери греются под ласковым солнышком. День становится длинным и темнеет очень поздно. Все носят шорты, майки, шлепанцы и солнцезащитные очки. Лето! Это супер! Вот бы оно не кончалось никогда! Да, но, к сожалению, за летом придет осень. Все листья пожелтеют и опадут. Осенью идут дожди. И нередко мы выходим на улицу с зонтиками и в резиновых сапогах. Это уже 4, да? Верно, не так сложно, правда? Правда? Только я не запомнил, что зачем идет. Не страшно, Жужа. Мы сейчас споем песенку про времена года и выучим вместе с нашими друзьями все их, правда? Поехали! Нам пришла зима, а за ней весна, за весной лето, а за летом осень. Нам пришла зима, а за ней весна, за весной лето, а за летом осень. Давайте с нами, ребята! Нам пришла зима, а за ней весна, за весной лето, а за летом осень. Нам пришла зима, а за ней весна, за весною лето, а за летом осень. И еще раз повтори. Зима, весна, лето, осень. Зима, весна, лето, осень. Вот теперь я все выучил абсолютно. Не сложно ведь, правда, Жужа? Да, абсолютно, их же только 4. Теперь я все знаю про времена года. А вы, ребята, запомнили? Запомнили? Напишите нам в комментариях, сложно было или нет. А мы вас ждем в следующих наших выпусках и будем за вами скучать. Пока, друзья! Пока!